Пару лет назад собирал я эту раму. Она была такая яркая, красивая. На модном руле, на модной вилке, на карбоне. Вообще все было круто. Потом эта рама была продана. На ней был собран один велосипед. Потом она была продана еще раз. И теперь она собрана вот в таком вот виде. Очень модная вилка. Очень интересная. Смотрите, сколько креплений под бонки. Передняя втулка эхо. Я так понимаю, трюковая какая-то втулочка. Дисковая механика Tech Aries. Сзади у нас втулочка тоже на промах стоит. Marvo LT 9-скоростной. И пятерка. Стоит у нас трещотка. И система какая-то очень модная. 5039. Но, правда, там еще и третья звезда стоит. Самое интересное, здесь у нас карбон-алюм руль. Он частично карбоновый, частично алюминиевый. Очень красивый руль, очень интересный вынос фан. Вот эти вот резиночки сменные любого цвета можно поставить. Не знаю, как видно, не видно, что он переливается. Он меняет цвет. И самое интересное, посмотрите, какие клевые монетки. Монетки Shimano. Не знаю, куда они должны крепиться. Но вот они здесь закреплены вот таким вот интересным образом через вынос. Ну и классические пистолеты, револьверы для тормоза. Очень яркий велосипед, очень накатистый, очень классный, весь на промах, едет очень быстро и легкий. Что-то я так взвесил, килограмм 12, наверное, получилось. Для стерна это, скажем так, очень неплохо. Такая вот рама-путешественница уже приобретает, получается, четвертый вид. Изначально это был стерн, потом шоссер, потом что-то типа дорожника, теперь опять что-то типа туринга. Необычные превращения. Рама весит 1 килограмм 700 грамм, что в принципе достаточно немного для алюминиевой рамы. Потому что я разные рамы взвешивал, они весят по-разному. Вот стерн оказался достаточно легкий. Изначально здесь были 27 колеса, а сейчас здесь стоят 28 с очень высоким ободом, с очень высоким видом покрышки. Шварбе Land Cruiser с большой защитой. Такая вот интересная модификация получилась.